Вон Султан бежит. Суташа, Симона, Аделька. Че, Чук снова на свободе? Вы все переместились за колесо опять, да? Салташ? Чук на свободе, вы пришли на свою территорию? Нагулялись? Симона что-то проверяет. Вчера за Джуной ухаживал. Симона, он вчера за Джуной ухаживал, Симона. Да. Так, а где мальчики? Как красиво лежит Адель. Видно ее? Не видно. Так, Адель, как тебя снять-то? Красиво лежит Адель. Это Алекс стал. Алекс. Алекс идет. Алекс. Красавчик Алекс. Ага, он идет. Ричард Левой Гирей. Где ж Марсель? Идет Ричард. Так идет, словно лодочка плывет. Вот он как идет. Султан. Султан метит. Пошли, пошли. Пошли вдвоем. Так, не хватает Марсельки и мальчишек Зевса с Алексом.
она ломает куст. Вот идет Леву. Леву, привет. Привет. Она идет к Гирей. Тоже метит. Леву опять пошел за Ричардом. Ага, там кто-то лежит на горке. Лежит Зевс, по-моему, да. Вон Зевс лежит. Отсюда нам не видно. Отсюда, наверное, не видно. Да, Зевс зевает, лежит. Так красиво лежит, но, к сожалению, снять не получится. Он за кустиком. И Алекс тоже там лежит, вон они вдвоем там лежат. Так, Ирюша красиво лежит слева. Вон там Чук нанорет. Марсельки не вижу. Так красиво лежит Алекс. Он идет от Ири. Привет, Адель. Ладно. Так, Марсельки нет. Надеюсь, он придет. Да? Симона. Сима, привет. Привет, Сима.